Арти-25 представляет. Всем привет, друзья, с вами Арти. Сегодня мы посмотрим очередной бой, бой недели. И судя по прошлым комментариям, вы сказали: Арти, ты чё, читаешь по бумажке? Ты совсем, что ли? Давайте вести себя естественно. К чёрту все эти бумажки. Давайте посмотрим хороший бой, тащиловский бой, который у нас происходит на карте Священная долина. И это бой недели на Арти. Итак, как вы уже поняли, мы попадаем на карту Священная долина. Наш герой находится на Артега ВЕ-100, ник Дезертир, клан Экстрим. Довольно-таки топовый кланчик, и сразу что мы видим? Сразу мы видим вражеского батчата, который приехал сюда не просто светить, а еще и пострелять. Но, к сожалению, пока что мы его не берем. Наши ребята его начинают прогонять, но он, уходя, прикрывается домами. Ну, естественно, не специально он это делает. Так, сверху виднеется тип 61, но понимает дезертир, что углов нету. Хотел на батчата, но бат пропал. И тут, вуаля, мыша. Кстати, едет... Нет, остановилась. Слушайте, вот это самое обидное. Дезертир пересводится. Опять у него дичайший разброс. Сводимся. Кстати, можно было бы не пересводиться. Мыша же едет сюда все равно. Выстрел заходит. Мышка пропадает. У нее было 2500. Сколько же осталось? Ну, мы скоро это узнаем. Сразу перекатываемся. Почему мы перекатываемся? И видите, что еще одна арта сразу бежит, потому что справа гору отдали. Там накатывают вражеские СТшки. У нас остались только ПТ на базе и ЛТшка, которая все это дело подсвечивает. Ну окей, есть еще Т-62, который на центре остался и который уже вступает в бой с вражескими СТшками, пытается перестреливаться. Наш герой переезжает, занимает более выгодную позицию для себя, пытается найти какие-то прострелы. К сожалению, 62-ке не помочь, потому что вражеская прижалась, да, и хпшек у нее осталось 35 уже совсем. Врывается ЛТшка. Как так? ЛТ впереди СТ просто врывается и начинает разбирать ПВПшца. ЛТ надо нерфить, ребята, согласны? Выстрел по ЛТшечке, сплэш. Окей, переезжаем дальше. СТшки просто совместно с ЛТшками врываются и разносят там почти все в пух и прах. Наш герой понимает, что переехать уже нет смысла, потому что перекатку твою засветит, да и ты медленный. Пока ты будешь перекатываться, разворачиваться, тебя уже убьют. Вражеские танки уже на базе. Что же нам делать? Подставляется гриль, выстрел. Оу, 1788. Да это ваншот без 12 хп. Просто гриль улетает в ангар. Отличный деф. Наш гриль также забирает еще и СТ-шку, это очень хорошо, но и гриля тоже забирают. И понимает наш герой, что он тут один. Единственная возможность — это за ПТ-шей 90-ка, единственная возможность выжить, а 90-ка реально врывается. А 90-ка-то нет. Где же 90-ка? Он засветил, но уехал. Он походу на КД. Он походу на КД и не хочет врываться-то на арту. Наш герой мансит, чтобы вражеская арта не кидала. Опять ловит лампу, там валятся деревья. Где же? Где же этот 90-к? Я на самом деле, когда первый раз смотрел этот реплей, я думал, что все, это конец. Но здесь врываются наши ребята. Кавалерия подходит. СТ и Е5. И бат просто должен туда проезжать. Давай. Он тыкает, правильно? Он тыкает и говорит, чтобы бат врывался. 90-к откатился. Хорошо. Можно немножко выдохнуть. С одной стороны, еще нам повезло, что арта сюда не кинула вражеская, потому что нам на самом деле уже некуда просто было деваться. Вражеская арта разряжается по Е-75. Наш герой смотрит. Смотрит, как все умирают. Видит Т-95. Сводится. О, чудо-прицел, приди, говорит он. 95 едет вперед. Выстрел. Почти 1500. Стоп 13. Ему говорят стоп. Ему ГВЕ-100 говорит стоп. Не едь. Есть ПТ-шка на центре. Кстати, маус разобрали. Мы так и не увидели. Но мы посмотрим в конце, сколько мы маус нанесли. Мы так и не увидели больше маус в этом бою. Что, ну, плохо на самом деле, потому что маус — хорошая цель. Есть цели на другом фланге. Еще один гриль. Еще один ваншот. Да ладно, нет, быть такого не может. Чтобы был второй ваншот гриля за бой, ну, это надо быть, наверное, каким-то супер счастливым человеком, и это происходит. Боже, второй ваншот гриля. Да эти ПТ-шки просто отлетают в этом бою. Гриль один, гриль второй, Т-95.
Ну окей, Т-95, он был к нам попой, да, лакомым местечком, в которое фугасы залетают очень хорошо. Но здесь есть еще одна ПТ-шка. Не прокидываем. Хорошо стало ПТ. Никак ее не прокинуть, как ты не старайся. Справа, надо помогать. Есть, в принципе, у нас бачат 1300 хп, и он должен справиться с этим бачатом. Ну, если он не будет промахиваться. Но так или иначе, у нас же есть арта, и мы на арте. И мы можем помочь, можем подстраховать гору. Выстрел. Недолет. Не было до конца сведения. Не дошло. 11-11. 4 против 4. И немножко странно, что у вражеского бачата минус 1. Ну ладно, это же нам на руку. Походу, нам надо переезжать. Наша арта 38.05 в принципе стоит хорошо. Но наш герой начинает смотреть за 30Б, АМХ-30Б, который едет к вражеской базе. Смотрим, что же будет. Здесь никого. Пора пересводиться дальше. Я бы уже бы свелся вообще и на арту. Что? Там есть типок, есть арта. Дезертир у нас растерялся, на кого же сводиться, но понимает, что арта ГВЕ-100 статичная, просто цель, и забрать ее проще простого. Но, к сожалению, снаряд опять не долетает, немножечко не долетает. Там был сплэш, там был, но этого не хватило, потому что это ГВЕ-100. Вражеская арта улетает от нашего батика, и остался вражеский бачат с 1000 хп. Не приехал бы он к нам. У нас уже 4400 урона. Это видимый, напомню вам, урон. Видимый. Но помните, сколько было шотов еще, которые мы не видели? Вот он бачат. Он пытается объехать и приехать, наверное, к арте. О боже, надо встречать. Его просто нельзя сюда пропускать. Выстрел. Не попали. К сожалению, не попали. И если он сейчас приедет к нам, то нам, мягко говоря, будет попа, так же как и Т-95. Светится ГВЕ. Его забирают, причем с одного шота походу забирают. Но АМХ-30Б тоже уходит в ангар. Бачат вернулся к базе, к своей. А это значит, что мы можем немножечко выдохнуть, и не надо нам его встречать. Давайте проведем нашего бачата, который, скорее всего, должен затащить это ПВП. Должен затащить ПВП против вражеского, при условии, что еще две арты его кроют. Есть свет, есть прострел, но он опять врывается. Нет, мы теряем прострел, надо искать, у нас красная полоса, нам сложно все здесь прокинуть, но нет, находится коридорчик небольшой, выстрел, прямое, и 38.05 его забирает. Хорошо сыграно, это были красивые шоты, это была хорошая игра. 8000 урона, это очень круто, здесь было два ваншота ПТ. По поводу Мауса. Маусу залетело 661 единичка урона. Ну а всех остальных вы видели, тому же Т-95, у которого оставалось 1462. Естественно, эти 1462 и зашли. Ну что ж, дезертир, спасибо тебе за бой, это был хороший бой. Мне он очень понравился, особенно вот эти два шота-ваншота, которые, собственно, наверное, и привели к победе. Привели к победе тебя в этом бою, твою команду в этом бою. Ну, а если вам понравился бой, вам понравилось, как дезертир тут накидал, ставьте лайки, а подписывайтесь на меня. Лайки дезертиру, подписка на арте. Всем спасибо и до новых встреч!